Несколько дней назад, без преувеличения, всю страну всколыхнуло известие о двух мальчиках, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Пока специальные службы продолжают заниматься необходимыми вопросами, выясняют все обстоятельства произошедшего и решают, кому из родственников передать детей, власти Московской области решили устроить ребятам настоящий праздник. В компании детского омбудсмена Ксении Мишоновой мальчики отправились в центр Москвы. Первой остановкой стала Красная площадь. Здесь им устроили катание на карусели и экскурсию по самым интересным местам, а потом накормили обедом. Насыщенная программа, конечно же. Старшему все интересно, он все разглядывал. Наверное, он где-то это видел и по телевизору, он что-то узнавал. А маленькому были интересные игрушки, елки, шагать по Красной площади и кататься на карусели. Но мы надеемся, что они выдержат нашу программу и будут вспоминать, как они гуляли по Красной площади. На этом программа не закончилась. Братьев отвезли в Москву-Сити, где в одной из башен расположена смотровая площадка. Ребята полюбовались видами столицы с высоты птичьего полета и полакомились мороженым.